Всем привет. В Беларуси уже стоят морозы, которых не было несколько лет, вот уже пару дней. Сегодня ночью было минус 22. Сейчас будем заводить гольфа. Замерзло. Стекло замерзшее. Так что -18.5 показывает. Машина, как всегда, не заправлена. Пробег 140 тысяч почти. Аккумулятор еще родной. Гольф 2008 года, сейчас январь 21 года, аккумулятор родной, сейчас будем пробовать. Ну, завелась. Тяжеловато покрутил стартер, масло было густое слишком, ну, завелась. Ну а дальше уже без проблем, я думаю, поедем, сейчас прогреемся, поедем на заправку. Ну так, не замерзайте, ребята. На следующий день у нас в Минске -21.5 с утра показывает. Гольф завелся без проблем, а вот Пола не захотел, сел аккумулятор. Вот такие вот дела в Беларуси.